пехотного полка, поручик Михаил Лермонтов, 27 лет, 15 июля, убит на дуэли. Кто убил? Майор Мартынов. Что в столице? Спокойно, Ваше Величество. На улице должны быть солдаты. Много. Чтобы не повторилось то, что было, когда... Пушкина. Блеев, Пушкин, Полежаев, Лермонтов. Кто следующий? Сердитый ветер, сердитый ветер, сердитый ветер завела, підійма, реве та стогне, реве та стогне, Дніпр широкий, сердитый ветер завела, додолу верби невисокі. Горами хвилю підійма. Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору, і блідний місяць на ту пору. Із хмари деде виглядав. Не спи. Не спи, серденько. Было. Краски на палитре сохнут, а русский Рембрандт пишет на стенке стихи. Ты, Тарас, одумайся! Почему не занимаешься настоящим делом? Ты имеешь такого учителя, как Карл Брюлов. Великий Брюлов! И что же, вместо того, чтобы вникать в глубокие таинства живописи, ты пишешь стихи, за которые тебе голову оторвут. Да, может быть. Очень может быть. Очень, очень. Мне и самому странно, что в этом святилище я занимаюсь сочинением малороссийских стихов. Вот я смотрю на произведения великого Брюлова, а в моем сердце живут слепец Кобзарь и грозные гайдамаки. Передо мной расстилается степь, усеянная курганами. Передо мной красуется моя прекрасная, моя бедная Украина во всей непорочной меланхолической красе своей. И я не могу отвести духовных очей своих от этой родной, чарующей прелести. Да, это красиво то, что ты говоришь. А почему ты пишешь на... На мужичьем языке. Да потому что я мужик. Ты не мужик, ты художник. Тебя даже в академии называют русским Рембрандтом. Ну, если я Рембрандт, то я мужичий Рембрандт. И мужичий поэт,
И поэзия моя, мужичья, она не уводит в поэтические области, где нет ни горести, ни печали, как в панской поэзии. Я не хочу, чтобы мое искусство было валериановым настоем. Пусть эти горькие, гневные дети мои идут в народ, пусть тревожат, возбуждают, возмущают людей, пусть люди читают правду. Ну, все как было. Здравствуйте, Карл Пал. Здравствуйте, здравствуйте. Читаешь проповеди? Писть. Да, сейчас. Эти линии нужно делать строже, монументальнее. Карл Павлович, мне бы хотелось добиться здесь не такой нашей обычной академической театральности, а простоты. Это все-таки люди из народа. Народ народом, а искусство искусством. Господа. Николь! Карл Павлович, разрешите представить, это мой друг, прапорщик Николай Момбели. Господа. Убит Лермонтов. Кто убил? Не знаю. Опять какой-нибудь Дантес. Помните январь 1837 года. Пуля Дантеса убила нашего Пушкина. Мы с Макриским были у него на квартире, рисовали его в гробу. Было тихо-тихо. И вот тогда, в тишине, в первый раз зазвучали в моей душе стихи. Быстрее, быстрее кончать академию на Украину. Подальше от этих блестящих палат, пышных церквей, секретных казематов, крепости Петра и Павла. Его работа. А вот и он сам. Поди-ка сюда, Тарас. Знакомься. Михаил Щепкин. И кобзарь, хлопче, сразу заворожил меня. Думи мої, лихо мені з вами. На що стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Это твои стихи, Тарас? Мої. Я завидую тебе, синку. Ти увидиш нашу Україну. Не забувай нас. Помни, що в Москві в драматической труппе есть эдакая небольшая квадратная фигура, которая любит тебя и ждет твоих новых стихов. Не забывай нас, Тарас. Ну, пиши стихи, если уж ты никак не можешь обойтись без них. Но только помни о живописи, помни академию, работай ежедневно. Не забывай нас, голубчик Тарас. И кто тебя будет без меня ругать?
Прощайте, мои друзья. Прощайте. Прощайте, мои дорогие. Прощай, Академия. Прощай, Петербург. Прощай, Нева. Здравствуй, старый Днепро. Здравствуй, моя мати Україно. Я скажу ему так. Тарас Григорьевич, мы знаем ваши стихи. Мы услышали в них голос нашего многострадального народа. Мы увидели в них его горькие слезы и веру вашу в счастье и силу народную. Хорошо. И еще ему скажу. Спасибо, батька, за ваши стихи. Спасибо, Тарас Григорьевич. Панове, это он. Удивительно, господин Кулиш, как вскружил всем головы этот Шевченко. Мужичий поэт. Пошумят, пошумят, да и забудут. Нет, к сожалению, не забудут. Мы обязаны ввести его в русло нашей культуры. Иначе Шевченко станет пророком крепостных, бунтарем. Дорогой Тарас Григорьевич, мы знаем ваши стихи. Тарас Григорьевич, позвольте вас по-братски поцеловать. Да бог с вами, целуй. Тихо, тихо, братья. Тихо, я ж так оглох. Высокоуважаемый Тарас Григорьевич, киевская молодежь, вдохновленная священным писанием и воспитанная в духе высокой чистоты, духовной и нравственной... Простите, вы не из духовной семинарии? Нет. А что? Нет, нет, ничего. Продолжай. Когда мы услышали ваши стихи, мы восприняли их как голос воскрешающей трубы Архангела. Ну, спасибо вам. Спасибо вам, други мои. Даже за Архангела спасибо. Хотя крепостной Архангел – странное явление. Знаем. Знаем о ваших страданиях, Тарас Григорьевич. Знаем вашего пана, немца Энгельгарта, что держит в крепостной зависимости ваших братьев и сестер. Но мы говорим о людях нашей веры. Это совсем другие люди. Наш народ – это единый могучий дуб. Верхушка его питается теми же соками, что и ствол, и корни. Тарас Григорьевич, примите от чистого сердца. Спасибо. Спасибо вам, сестра моя. Спасибо. Вот ваш кобзарь, Тарас Григорьевич. Жена хранит его вместе с реликвиями нашего рода. Порог этой комнаты не переступал ни один человек чужой крови. Здесь слава Украины. Вот клиноды гетмана Выговского, сабля Мазепы, пернач полковника Барабаша, знамена, взятые у католиков. Это сказка, будто и не было Богдана, что привязал нас к Московии. А кто был? Иезуиты, папа римский. Нет, панове, золотого века на Украине еще не было. Был. Будет. Нет, был. Да? Какая чудесная песня. Слышите? Какой-то он странный, этот наш кобзарь. То молчал, а то вдруг... Да-да, пан Кулиш, то молчал, а то начал спорить с Лисичкой. Ей-богу, его слова о золотом веке просто странные.
Это все проклятый Петербург. Но я надеюсь на благотворное влияние наших земляков. В особенности на ваше, пан Лукашевич. Мое? Пожалуйста. Чьи это поля? Мои. Когда-то под булавой моих предков был 1 000 000 посполитых. Теперь осталось 25 тысяч. Крепостных? Крепостных. Наши крепостные – это почти свободные люди. Почти. А почему бы вам, если это так, не освободить крестьян не почти, а совсем? Ха. Допустим, я их освобожу, а что дальше? Они же попадут в рабство к полякам? Попадут. Пойдут в наймиты к шинкарям? Пойдут. Это что ли лучше? Они у нас живут, как у Христа за батом. Истинная правда. Я даже говорю, Володечке, по-добрососедски, зачем ты их так балуешь? Они же могут вообразить бог знает что и натворить черт знает что. Пускай попробуют. Поживите у нас, Тарас Григорьевич, у пана Лукашевича. Вы увидите, что здесь живут совсем не так, как в Петербурге. Благодарю вас. Мне надо ехать домой, к сестре. А скажите, если не секрет, где она имеет место жительства, ваша уважаемая сестра? В Кирилловке, у помещика Энгельгарта. Да господи ж, боже ж мой, это ж мой сосед. Да я ж его знаю, извините за выражение, как своих 5 пальцев. 17 301 душа. Из них 4 души. Мои родные братья и сестры. Ага, очень приятно. То есть, конечно, это неприятно, но все от Бога. Да? Да, да, да. Я уверена, что вы полюбите пана Лукашевича. Он справедливый и добрый человек. А где же мой казачок? Витько! Витько! Наверное, спит. Витько! Ну вот. Ну что я вам говорил? Спит. И вот так будет спать до страшного суда. Хоть плачь, хоть кричи, хоть что хочешь делай, спит. Что с вами, Тарас Григорьевич? Вам не стыдно, Евдокий Аполлоныч, вы же знаете. Боже мой, простите, Тарас Григорьевич, простите. Вы понимаете, забыл, что вы тоже когда-то были, извините за выражение, казачком и сидели на сундуке в передней. Ну, забыл. А я не забыл и никогда не забуду. Слышите вы, душевладелец, кат. Мне стыдно за вас. Вы испортили все. И чего вам стыдно за меня? Не понимаю. Ну, чего ты смеешься, Володечка? Он же обругал меня, этот наш кобзарь. Ты ему ж по правилу надо по морде дать. Кобзарь, подумаешь, кобзарь. Да у меня 500 душ таких кобзарей. Да я этих кобзарей на конюшке парю. Да ведь я тебе говорю, за суку 2 женщин просит у нашего пана. Ведь сука-то аголицкая. Ну и он согласился. Возьми, смилуйся, возьми. А у тебя деньги есть? Нет, не шелех. Вот крест святой не шелех. Собирайся. Не губи, смилуйся, не губи. Отвяжись. Пес английский. Сука, пан. Вижу. Возьми. Спасибо, пан. Чтоб ноги твоей здесь не было. Спасибо. Да благословит тебя Бог, пан добрый. Ярина, сестры мои. Не узнаешь. Ой, Тарас, братик мой, Тарас!
еще не знаю, называют хатину в Гаї тихим раем. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називай. Хто? Хто кричить? Я не кричу, Ірина. Я думаю. Я вспоминаю. Спи, сестра, спи. Спи. У тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка, ніколи і помолитись не дають. Там матір добрую мою, ще молодую в могилу, нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині. Сестри, сестри, горе вам, мої голубки молоді. Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестрою мрете. Мені аж страшно, як згадаю ту хатину, край села. Друже, милий, сину, 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 ти що, жалієш, що покинув Україну? Я прозрел, батька. Прозрел? Как это прозрел? Как прозревают слепые, Михаил Семенович. Там такое же пекло, такое же горе, как и везде. Да. Я часто езжу по России. На юге и на севере одно и то же. Спина барская, голова царская, душа божья. Я не забуду это лето. Украина, тихий рай. Чего я там не насмотрелся, чего не услыхал. Горе, бедность, унижение, смерть. Просвещенное панство пьянствует, играет в карты, играет днем и ночью, играет в страстной четверг и пятницу, играет на свадьбах и на крестинах, а в перерывах сечет крестьян. Секут все, паны, пани, питпанки. Секут управляющие, секут экономы, секут полицейские, секут по суду и без суда. Все-таки я счастлив, что был там, что я увидел свой народ. Теперь у меня не такие глаза, как были в детстве. Нет, батько, он не тихий и не меланхоличный наш народ. В нем зреет... Мишенька, к тебе гость. Красоты такой, глаз не оторвать. Идет. Идет. Простите за беспокойство, я на минуту. Не посмел покинуть Москвы, не пожав вам на прощание руку. Спасибо, спасибо, голубчик.
Спасибо. Герцен спасибо. Велел вам кланяться. Спасибо. Говорит, что из рассказа вашего о крепостной актрисе хочет пьесу смастерить. И даже название придумал. Сорока-воровка. Ну вот. Вот и хорошо. Вот и приятно. Будет что сыграть в бенефис. А то играем такое, всякую мерзость, язык не ворочается. Знакомьтесь, мой старый друг Тарас. Шевченко? Шевченко. Николай Александрович Спешнев. Романтическая фигура. Бродил по заграницам, участвовал в гражданской войне. Полноте, Михаил Семенович. Мне рассказывал о вас мой приятель Момбели. Николенька? Да-да. Надолго в Москве? Ну, во всяком случае, дней 10 погостит у меня. Нет, батька, не могу. Надо ехать. Отпуск просрочен. Поедемте вместе. Путь долгий, а вдвоем веселей. А ты что же без слов поешь-то? Аль не знаешь? Как не знать, барин? Да слова такие, за них, пожалуй, повысить могут. А ты не бойся, сечь некому. Пой, пой. Пой. Вы укройте леса нас, станишников, напои река беглых каторжников. Ах ты, степь ли, степь наша ровная, ты неси коней, глажи скатерти. Ну а что ж дальше не поешь? А дальше не знаю. Нет у нее ничего дальше. Хитришь, знаешь. Мы задумали дело правое, думу честную. Мы царицу шлюху поганую призадумали с трону спихивать. Верно, что ли? Может, верно, может, нет. Нам неведомо. Мы господ-то дворян на веревочке, мы дьячков дырых на ошейнички. Эйка, мы заводчиков на березеньки, а честных крестьян на волю вольную. Не надо вздыхать, Момбели. Сколько лет вздыхает Россия? А что меняется? И плакать не надо, и возмущаться. Что же делать? Молчать? Молчание – подлость. Что же делать? Пробудить крестьян. Не заговор кучки образованных людей, а народное восстание, как в Калиевщину. Если бы найти типографию, которая смогла бы отпечатать прокламации. Я могу отпечатать за границей. На это нужно много денег. Денег? Денег достать можно. Твой фурье, Николенька, советует просить денег у богатых людей. А что, если мне пойти к помещику и попросить? Дай ты мне, паны, гроши. Я напишу грамотку, мужик ее прочтет и зарежет вас. Нет, мсье фурье, вы ошибаетесь. Доброе просвещенное панство – это сказка. Землю у помещиков надо забрать и бесплатно отдать ее крестьянам. Ничего не просить, забрать. Восстание, бунт, вот пути к освобождению народа. Но чтобы поднять народ, нужно общество. Большое и разветвленное по всей России. Которое поставит своей целью господ на веревочке, а честных крестьян на волю вольную. Поле вспахано. Просеять! Тарас, ты был недавно на Украине. Там нет такой группы людей, хотя бы как наша. Должна быть. Киевский университет в 1838 году указом этого Его Величества дрессированного медведя был закрыт. Группа студентов пошла на каторгу. Мне рассказывали о студенте Канарском, который руководил кружками. Все это теперь разгромлено. А что, если мне определиться в Киевский университет? Скажем, на должность рисовального учителя. Ты не закончил академию? Через 2 месяца я буду иметь диплом. И уж чем-чем, а учителем-то меня возьмут? Попробуй.
попробуйте. Ждет тебя в саду. Идем, я провожу тебя. От Киева до Кракова скрись беда однакова. Кулиш говорит, что на Украине до Богдана был золотой век. Откуда? Из тьмы веков. Разные руки держали это оружие. Золотой век. Эти угрюмые свидетели прошедшего говорят о другом. О деспотизме и рабстве. О холопах и магнатах. Частые темные могилы на берегах Днепра. Многое говорят пытливому потомку. Деспотизм и рабство. Я рад, что ты вернулся, Тарас. После твоего отъезда я места себе не находил. Твои мысли о славянском единстве поглотили меня всего. Под влиянием их у меня возникла идея создания общества. Устав нашего общества гласит, каждое славянское племя должно иметь свою самостоятельность, свое правление и соблюдать полную равноправность граждан. Правление, законодательство, просвещение и право собственности должны быть основаны на религии Иисуса Христа. Отсюда вытекает распространение федеративной идеи, организовывание школ, группировка людей и воспитание их данных идей. Я говорю ясно, Тарас? Прекрасно. Когда я слушаю тебя, мне хочется сесть на скамью университета, положить на стол тетрадь, аккуратно записать твои слова и усердно выучить их. Благодарю, но я не понял твоего замечания. Смысл его в том, что мои идеи не западают в душу, их надо учить, так? Нет, нет, что ты, они западают. Западают. Но надо так говорить, чтобы люди для начала взяли в руки топор. Тише, Тарас. Там за стеной кажется жилец. Он может услышать. Он обычно в это время спит. А если он не спит? Продолжайте, Николай Иванович. Топор, топор. Ты говоришь, Тарас Григорьевич, насилие. А я подчеркиваю, что общество наше основано на религии Иисуса Христа. Именно утвердив его святое учение, мы освободим славян. Каждый член общества будет носить кольцо с выгравированными словами «Кирилл и Мефодий». На печати общества будет девиз «Уразумейте истину, и истина освободит вас». Не могу слушать! Извини меня, не могу! Ну что это значит? Истина освободит вас, но не освободит. Пусть ее выучат все твои студенты. Только восстание народа может принести свободу. Ну нельзя же так, Тарас. У нас есть время, и мы выслушаем тебя. Нет двух людей, думающих тождественно. Мы, например, уверены, что можно мирным путем получить у царя и правительства... Царь и правительство. Они не правят народом, а воюют с ним. Но император... Хорошего императора надо уничтожить, взорвать. Убить! Или еще лучше, как его отца, задушить! Можно, конечно, и зарезать. Даже лучше зарезать. Успокойтесь, Добродий. Это шутка. Это, конечно, шутка. Этим не шутят. Да, Николай Иванович, этим не шутят. Брось политику, Тарас.
Верь мне, само по себе настанет время, когда от нашего слова падут стены Иерихонские. Это от вашего-то слова. Простите, простите. Я прошу простить меня, это право очень неловко и неприятно, но суть в том, что я слышал весь ваш разговор. Мне право очень неловко. Но, господа, я разделяю ваши взгляды. Даже самые крайние. Даже ваши, Тарас Григорьевич. Я исповедую ту же веру. Но я был одинок. Господа, сегодня я нашел единомышленников. Я прошу простить меня, но я имею честь просить вас принять меня в число членов вашего тайного общества. Я понимаю, вам нужно обсудить мою просьбу. Я прошу простить меня. Я удаляюсь. Простите, господа. Что делать, господа? Эх, не так все это, братчики. Совсем не так. Что же все-таки делать? Выход один. Принять в общество. Не согласен. Его надо убить. Конечно, его нужно принять. Это очень симпатичный, скромный молодой человек. Он быстро увидит и поймет чисто христианские цели нашего общества. Крайние мысли, которые здесь высказал Тарас Григорьевич, мы, надеюсь, не разделяем. Я разделяю мнение Тараса Григорьевича. Я разделяю. И я. Как видите, вы остались в одиночестве, Пантелеймон Александрович. В таком случае мне здесь делать больше нечего. Подождите, Пантелеймон Александрович, подождите. Расхождение можно уладить об этом после. Что же все-таки делать? Принять. Убить. Да что вы, ей-богу! Молодой человек, пожалуйста, сюда. Что ж вы стоите? Присядьте, пожалуйста. Напрасно ты это все затеял. Не надоело либеральничать с холопом? С холопом. Он окончил академию. Художник, великий поэт. Его принимают лучшие петербургские дома. Имя его появляется в заграничной печати. На книгах пишут иллюстрации знаменитого художника Шевченко. А все это хорошо, но... Он должен быть с нами, с просвещенной Украиной. Но Лесю... Ты знаешь, что стоило мне уговорить его приехать к нам? Что это? Ты все забыл, Тарас. Сегодня ведь ночь под Ивана Купала. Огонь! Огонь! Слава тебе, богоподобный Прометей! Как хорошо было бы вот так вот сжечь все панские поместья, чтоб запылала вся Украина! Опять об этом? Даже в эту прекрасную ночь ты думаешь о крови? Как я ненавижу ожесточивший тебя Петербург! Сердце мое ожесточилось не в Петербурге. Прозрение, вот причина. Какое прозрение? О чем ты говоришь? Я был слепым до моей первой поездки на Украину. А приехал, и я прозреватый стал потроху. Доглядаюсь, вода и не казаты, кругом мене да не гляну, не люди, а змії, і засохли мої сльози, сльози молоді, і тепер я розбите серце ядом гою, і не плачу, не співаю, а вию совою. Ти сліпой тепер, а помни, Тарас, молись Богу, іначе Бог лишить тебе разума, шути з Богом. Не пугай мене, панько, а то знаєш, Іванова ніч, нечистая сила, колдуни, Бог, страшно. Смотри. Болен кто-нибудь? Ага, внук умирает. Доктора бы. А кто его видел когда-то, доктора? Едем скорее, Тарас, мы опаздываем, нас ждут. На,
Возьми на доктора. Нет, это же золото. Скажут, украл. Возьмите. Видишь, паныч, что такое бедность? Она боится твоего золота. Я сделаю гравюру. Ночь под Ивана Купала. Темное село на фоне звездного неба. Яркий костер и старик, бросающий в огонь последнюю рубашку умирающего внука, чтобы спасти его от смерти. Доктор в это время пьет горилку с своими панами. Едем к ним! Слава пророку нашему! Слава великому духу горя и света! Слава! Я слыхал, кто-то сказал из вас, что я ваш поэт. Хорошо, я ваш поэт. Слушайте. Всякого своя доля и свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазурі в печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкішний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним підкує, так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай, каже, може так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в єрмі падаєте. Та якогось раю на тім світі благаєте. Немає! Немає! Бориш моєго дома! Холоп! Твої стихи надо придати сожженню і вічному прокляттю! Самі затравіть його! Вон! Вон отсюда! Твої мужичі стихи не нужны нікому! А де ж твої думи, рожеві квіти? Доглядані, смілі, викохані діти, кому ти, друже, кому передав, чи, може, навіки в серці поховав? О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай, зійдуть і ростимуть, і у люди вийдуть. Государь імператор! Іспорчений Шевченка была мною замечена при первых шагах его на поприще малороссийской литературы. Сей мужицкий поэт осмелился обвинять правительство в каких-то бедах и несчастьях народа. Он дерзнул направить свое мерзкое перо против личности вашего императорского величества и государни императрицы. Пресечь! Thank you.
Это министры, сенаторы, это паны. Это мы, мужики, народ. Теперь смотри. Ну, где царь? Вот это пан, так пан. Комедия. Тарас Григорьевич, я к вам. На вас донос. Я пришел, чтобы вас предупредить. Смотрите. По мою душу. Жалко. Все, что у вас есть такое недозволенное, немедленно уничтожьте. Боже мой, тут же ваши рисунки, поэмы. Подвязать камень в воду. Жалко. Дайте я спрячу. Художник Санкт-Петербургской академии Шевченко. Люди добрые! Это Шевченко! Художник Шевченко, извольте идти. Меня? Пожалуйста. Возьмите. Чем могу служить? А, черт с ней. Отмою. Преступники схвачены и заключены в секретную тюрьму Алексеевского Равелина. И слава Господу, Лесечка, слава Господу. Что вы там не говорите, а все-таки он великий украинский поэт. Великий, ей-богу, Лесечка, я не понимаю. Ну что в нем великого? Вот именно. И что в нем украинского? Вот именно, неизвестно. Его послание к землякам дышит ненавистью ко всему нашему дворянству. Дышит. Он стал писать о кавказских горцах. О чехах. Сует Пугачева. О, Господи. Он до мозга костей пропитан идеями господ Белинских. Поховайте, там вставайте. Кайданы порвите. И вражью злою кровью. Панской кровью. Волю окропите. Они во всем виноваты. Огня им под крышу. Огня! Огня! Войска! Много! Ах, много! Меня вся губерния в огне!
Так что ты полагаешь сделать с заговорщиками? Я полагаю, Ваше Величество, что общество это неоднородно по своим убеждениям. ГУЛАГ, судя по показаниям Белозерского, Кулеша и других, придерживается крайнего образа мысли. В третьем отделении он не ответил ни на один вопрос, сославшись на то, что якобы он связан честным словом. Я полагаю заключить его в Шлиссельбургскую крепость на 3 года. Костомарова, как и вижу, раскаяние. А этого Шевченку? Дело Шевченки я выделил особо, Ваше Императорское Величество. Этот мужик возомнил себя человеком. Академик, поэт. Ни мне, ни России художества его не нужны. А посему следует, определив его солдатом, писать и рисовать строжайше запретить. Сочинение его из продажи изъять и сжечь. Он враг мой и дома моего. Имя его должно забыться. Выше нос! Тяни носок! Тяни носок! Тяни носок! Тяни носок! Думы мои, думы мои, лихо. За песня, хлопче. А кто ее знает, поют люди. А на что вам эта песня? Знал я, что сочинил эту песню один бесталанный земляк мой. Как тебя зовут? Скобелев? Скобелев. Да. А я думал, ты с Украины.
я не Скобелев. Я крепостной беглый с Херсонщины. От пана бежал. И люди говорили, и в песнях поется. Воля, воля. Вот мне и захотелось той воли. И походил же я по земле. Господи ты, Боже мой, где только не был. Потом попался. Отдали в солдаты, спросили, как зовут. Говорю, не помню. Ну, вот дали мне это прозвание, Скобелев. Говорили, будто был такой веселый солдат, балагур. Веселый солдат. А что, дядьку, слыхали вы, чтобы на свете были веселые солдаты? Наверное, не слыхали. Убегу. Здесь только ящерицы могут жить. А я человек, я убегу. Солдат, 25 лет служит. 25. Убегу. Убегу, дождусь весны, соберу денег и убегу. Что там? Что с ним? Голодный. Корки ищет. Коркма. Егин. Ты что? А что? Пишешь? А может, рисуешь? Не пишу и не рисую. Ты сам последний карандаш изломал. То-то. Собачка верная моя завоет у ворот. На крыше ворон, ворон, прокричи. Осенний дождь пойдет. На крыше ворон, ворон, прокричи. Осенний дождь. Отцовский дом пропьем гуртом, травой пусть застет. 222. Хорошая цифра. Три двойки. Двойки? Это наивысший балл, который ты когда-либо получал в корпусе. 222. Не остроумно. Нет. Да. Я всегда имел высшие баллы. Я ведь был кандидатом Дерптского университета, когда мой дядя, московский генерал-губернатор граф Закревский, приезжал в Дерпт. Потапов, скажите ему, что вы ротмистр лейб-гвардии гусар, племянник фельдмаршала графа Гудовича и двоюродная тетя королевы Виктории. 224. Не остроумно. А вы не смущайтесь, Обрядин. Это даже очень хорошо, что вы так упоительно врете. Весело. Хотя мне сейчас очень хочется дать вам по морде, а потом подраться с вами на дуэли. Капитан Косарев, потрудитесь извиниться, иначе я буду вынужден требовать сатисфакции. Прямо в смерть, как всегда. Лучше пейте, Обрядин, пейте. Ну, черт с вами. А что, господа, если нам вызвать сюда Шевченко? Пусть нас развеселит, а? Давайте. Давайте вызовем. Поздороваемся с ним за руку, так как если бы он был не солдат, а художник, а потом выпарим, а? Вы, Обрядин, человек бессердечный, лживый, неуместно грубый. Черт, как вы можете жить на свете? Ведь вас ненавидят все, даже верблюды, даже ящики. Капитан Косарев, потрудитесь все же. Надо вызвать сюда Шевченко. А то мы передеремся, потом перестреляемся. Иванов! Слушай, мать, все кровь! Пойди в казарму. Разыщи рядового Шевченко. Скажи, капитан требует к себе. Понял? Да, то есть, мать, все кровь! А, художник Санкт-Петербургской академии Шевченко. Очень рад вас видеть. Прошу. Садитесь. Да ты давай попросту, без чинов, без званий, выпьем, поговорим.
Представь себе, что ты не солдат, а офицер. Или лучше сказать, статский. Статский рябчик. Садись, садись, Шевченко. Подавай, налейте ему водки. Пей, художник. Правда, мы простые армейские офицеры, а тебе по плечу графы, да князья. Ну ты как друг, как однокашник. Пей. Пей. Мы слишком часто забываем, господа офицеры, что человеку свойственно ошибаться. А, да, да, поэтому да, да, жизнь и преподносит нам сюрпризы. Неприятные или приятные, как, например, сейчас. Когда по воле злой судьбы я попал в этот богоспасаемый форт, мне казалось, что в этом сборище оторванных от мира и цивилизации людей находятся худшие экземпляры распространенного на Руси офицерского сословия. Да ты что? Мне казалось, что в этой безнадежной тоске, в этом страшном одиночестве, этой незамкнутой тюрьмы не могут жить хорошие люди. Мне казалось, что живущие здесь потеряли всякое представление о прекрасном, что им все равно, что видеть, что обонять, с кем разговаривать. Мне казалось, что водка, карты и оскорбления беззащитных людей, одетых в солдатскую форму, единственная радость их жизни. Простите меня, господа, такими людьми я считал вас. Считал. Я счастлив, что ошибся. Вы оказались не такими. И это ваше счастье, господа. Я был уверен, что вы вызвали меня для того, чтобы от скуки поиздеваться надо мной. Пользуясь моим положением конфирмированного солдата. Я рад, что ошибся. Что вы не пропили чувство совести и чести. Не проиграли в карты человеческое отношение к людям. Я готов выпить эту водку, которую вы так честно, так искренне и от души предложили мне. Я ее выпью за ваших матерей, которые в муках произвели вас на свет и возложили на вас самые светлые свои надежды. Разрешите мне уйти, господа, чтобы я не подумал, что я снова ошибся. Идите. Слышали, господа, что он здесь говорил? Немедленно вернуть и розгами, розгами! Я пристрелю вас! Поняли? Вы! Светлая надежда в муках вас родившей матери! Тяни носок! Тяни! Тяни! Тяни носок! Карандашей, бумаги в карманах нет? Никак нет. Вывернуть карманы! Живо! Ты смотри у меня, сочинитель. Чего волком смотришь? Устал? Ничего, завтра воскресенье отдохнешь. Репетер?
Пишите, пишите, я вам не помешаю. Я пришел вам сказать, что за вами следит Рыжий. Не беспокойтесь, я его уговорил пойти в кабак. Вы ссыльный? Да, я бывший студент Петербургского университета. Сигизмунд Сираковский. Очень приятно. Но я вам не буду мешать. Нет, нет, не уходите. Красиво. Император решил, что мне, как математику, лучше всего высчитывать А2, и мне пришлось облачиться в мундир, я задумал изучить солдатскую науку до всех тонкостях и довести знания этого дела до совершенства. Теперь даже самые требовательные офицеры считают меня профессором солдатского искусства. А я дал себе слово, что из меня не сделают солдата. Возьмите обратно свое слово. Единственная возможность выбраться отсюда, это воспользоваться правом выслуги по государеву закону. Видите ли, я уверен, что все государевы законы годятся только на то, чтобы их... уничтожить. Пойдемте к морю. Это не стало выжить и вернуться в строй. Я рад, что встретил вас. Первую ночь в этой незамкнутой тюрьме я буду спать спокойно. Серебром. Вот. Ну, что ж ты хочешь делать? Так что? Тихо. Деньги мои. Подай. Не надо. Как не надо? Скоро весна. Бежать надо. А без денег киргизскую степь не пройдешь. Слушай, цивильную одежду не купишь. Я достану, я дам тебе денег. Понимаешь, это такое дело. Все равно ты окажешься виноват. Ведь у них своя правда. У нас своя, понимаешь? Лучше молчи. Молчи. Вы говорите, молчи. У всех для солдат одно только слово. Молчи. Завтра жалование. Напьюсь. Напьюсь. Скобелев! 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 Ты в каком виде появляешься перед глазами отца командира, подлец? Так что разрешите спросить, ваше высокоблагородие, что означает слово подлец? Ты что, белины объелся? Что с ним такое? А ну что тебе, братец? Подлец — это ругательство. От слова подлый, нечестный, коварный. Спасибо, ваш высокородие, запомню. Разрешите идти? А со стола кто будет убирать? Да ты что, пьян, скотина? Выпил бы, ваше высокоблагородие. Да не на что, денег нет. А у вас и жалование. Вы по почте получаете.
А солдату взять откуда? Что это за дурацкие разговоры? Шел вон! Сейчас, сейчас, ваше высокоблагородие, сейчас. Только я вот штабс-капитану фокус покажу. Сейчас. Скобелеву 10 рублей серебром. Вон, вон отсюда, а то! Что, а то? Как называется бесчестный человек? Подлец! Спасибо. Это за мои деньги? Думаете, квиты? Нет. Полагается сдать. В результате произведенного следствия суд чести офицеров предлагает штабс-капитану Обрядину подать в отставку. Слушаюсь. Немедленно убирайтесь отсюда. Черт. Жалко, что по смыслу дисциплины нельзя простить этого беднягу Скобелева. Он прав, подлецов бьют. Слушайте, капитан... Убирайтесь к черту! Если у вас осталась хоть капля чести, пойдите и застрелитесь. Хотя... такие не стреляются. Ну, вон отсюда! Эх, жалко Скобелева. Что ему присудили, Потап? Слушай, на крас! Рядового Скобелева за оскорбление офицера конфирмация определяет наказать шпицрутанами через 1000 человек 3 раза. Ваше благородие, последняя просьба перед смертью, ради Христа. Уберите Тараса Григорьевича из строя. Вы же его знаете. Он что-нибудь сделает, а потом его как меня. Ваше высокоблагородие, ради Христа. Раздать шпицрутены. Ваше высокоблагородие, ради Христа. Да посмотрите ж вы на него! Ради Христа. Рядовой Шевченко, слушай мою команду. Шаг вперед. Шагом. Марш! Сироковской! Возьмите Шевченко, уходите отсюда, идите разгребать. Слушаем. Идем. Замкнись! Черт. Репете, братцы! Репете! Помахать прутьями! Приготовиться значит, чтобы ударить как следует. Кто ударит оплошно, сам прогуляется по зеленой улице. Лично особить! Репете! Репете! Идем, Тарас, подальше от этого страшного места, идем! Эти звуки до твоего свинцового уха, наш праведный, неумолимый, неублажимый Боже! Thank you.
Да. Он постарел за этот день. Прежде чем что-либо предпринять, прежде чем позволить себе думать о важном и неважном, прежде всего это варварство надо отменить. О чем ты говоришь? О телесных наказаниях. Надо решительно преобразовать всю военно-судную часть. Они должны считать солдата человеком. Надо убедить их. Кого ты хочешь убедить? Ну ты знаешь, о ком я говорю. Генералов, министров, царя. Это похоже на веру, что медведь защитит. Я знаю, что ты мне будешь говорить. Что их надо не убеждать, а уничтожать. Ты прав. Но где взять силу, организованную силу, чтобы сломить их? Все попытки кончались либо Сибирью, либо виселицей. Но ведь можно доказать, можно убедить даже этого, как ты его называешь, дрессированного медведя. Сегодня ровно год, как убили шпицрутным и Скобелем. И я даю слово, что я не успокоюсь до тех пор, пока не добьюсь отмены телесных наказаний. Пусть мне для этого потребуется вся моя жизнь. И я даю тебе слово, что всю свою жизнь я буду убеждать людей не ждать милости сверху. Когда народ поймет, что от царей нечего ждать, он восстанет и создаст свои законы. Пусть я этого никогда не увижу. Пусть это случится, когда в этой страшной, безрадостной степи слеют мои кости. Но пусть потомок мой скажет, он никогда ничего у царей не просил и никогда на них не надеялся. Хотя, конечно, за царем служба, за Богом молитва не пропадет. Сираковский. Поздравляю вас, Сираковский. Вы произведены в унтер-офицеры. Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие. Черт, вы с вашими способностями через год будете офицером, а у вас, Шевченко, неприятности. Назначен новый комендант форта майор Усков. Бывший адъютант генерала графа Перовского. Мне это что? Черт, яблоко от яблони недалеко падает. Генерал-то, свиреп? Занесло же, прости господи. Экая дыра! Эй ты, Галя! Поди сюда! Да чего же ты, братец, рыж! Смотреть тошно. Так точно, ваш сохрать! Командира третьей роты, знаешь? Так точно, ваш сохрать! Скажи командиру, комендант велел прислать рядового Шевченку. Живо! Одна нога здесь, другая там! Боюсь я за Шевченко, Сираковский. Черт, и зачем он его сразу вызвал? Вы не пытались поговорить с Усковым? Говорил. Помогло ли? Так что по вашему приказанию рядового Шевченко доставил сюда! Пуговицы почему не застегнуты? Виноват, ваше высокоблагородие. Затянись! И что? Так что он, как полагается, по уставу глазами начальства не ест, а бегает по сторонам! Бегает по сторонам! Он стоит на месте! Так что глазами бегает по сторонам, ваш собрать! Дурак! Так точно, ваш собрать! Что он? Слушаюсь, ваш собрать! Вольно! Я нахожусь в очень трудном положении, Тарас Григорьевич. Я знаю о вас, все. Агафья Емельяновна, пойди-ка сюда, сделай милость. Ну вот, познакомьтесь, это моя жена, наследница. А это Агашенька, художник Санкт-Петербургской академии. Бывший художник, рядовой Шевченко. Рада видеть вас. Бенедикт Владимирович. Медведь забрал. Какой медведь? Какой медведь? Дрессированный. Наденька, пойдем на Наденька.
дело у нас. Мы привезли вам посылку. Вот она. Я думаю, вам лучше вскрыть ее здесь. Может быть, там что-нибудь, что не полагается иметь солдату. Тогда можно будет хранить ее у нас. Конечно, Агашенька. Ну, располагайтесь поудобнее. Благодарю вас, ваше высокоблагородие. Меня звать Ираклий Александрович. Вот. Пойдем, Агашенька. Да вы не смущайтесь. Это он у нас на всех вас. Ну что ты все шумишь, да шумишь? Распаковывайте. Часто тебе хочется плакать. Что взволновало тебя? Разве мало на Руси честных и добрых людей? А ты плачешь. Старый, лысый, больной дурень. Краски! Милые мои, красивые, яркие. Как мне трудно было без вас. Понимаете? Дай. Ой, стыди. Не шали, сардинку. Дай газету. На гречку. Лови. Оп. Оп. Боже мой! Что это, слышите? Тревога. Восплачьте, люди! Восплачь, христолюбивое воинство! Возле почил все милостивейший император всероссийский Николай Павлович! Вечная память! Хорошо! Чему ты радуешься, друже? Всему! Смерти тирана, предстоящей амнистии по случаю восшествия на престол. Тому, наконец, что наследник, говорят, очень добрый и мягкий человек. По традиции в Российской империи, при восшествии на престол объявляется амнистия преступникам. Помнится мне, отец мой своеобразно соблюдал эту традицию в декабре 25-го года. Ну что ж, рассмотрим. Что это за люди? Это декабристы, ваше величество. Их осталось немного, они стары. Хорошо. Этих можно простить. Художник Санкт-Петербургской академии Шевченко. По каким же традициям подлежит амнистии этот? Злейший враг нашего дома, оскорбивший мою мать, призывавший к бунту мужиков. По каким традициям я должен его миловать? Такие, как он, потом становятся Рылеевыми. Ему амнистии нет, нет и нет. Тебя не могли вычеркнуть. Просто забыли. Я рад, что еду и исправлю эту ошибку. К черту грусть. Пройдет совсем немного времени, и я, бедный армейский прапорщик, приеду в Петербург и увижу тебя академиком живописи, всеми почитаемого, окруженного учениками. Да-да, а на этой вербе будут щебетать медведи. Ты не веришь, что будешь служить? Верю. Иначе я бы умер. А во все остальное не верится.
Что меня случайно забыли, не верю. Что буду художником, не верю. 8 лет неупражнений. Из виртуоза могут сделать кабацкого балалайшника. Нет, о живописи мне думать нечего. Я думаю посвятить себя безраздельно гравюре акватинта. Аква, это очень кстати. Выпьем, наливай остаток водки. А может, не надо? Стоит ли в часы разлуки туманить мозги алкоголем? Что еще? Да. На людях не стоит обнажать свои чувства. Давай обнимемся здесь. Что еще? Да. Пусть она напоминает мне о моем долге. И не спорь со мной, Тарас. Ты меня во многом убедил, но этой реформы я добьюсь. Ну, жди, мой единственный друг, мой отец, мой учитель. Ты победил царя, тебя не сломили ни ссылка, ни ненавистная тебе солдатчина, ни запрещение заниматься тем, что составляет твою жизнь. Тебя не сломили ни болезнь, ни издевательство, ни муштра. Тебя не сломят тягостные дни ожидания. Жди. Прапорщик Сираковский? К сожалению, не слыхал. Я недавно из Новопетровского укрепления. А. Очевидно, чисто случайно Шевченко не попал в список амнистированных. Наш всемилостивейший государь никого не забывает из своих верноподданных. Простите, вы господин Куриш? Да. Вы были арестованы вместе с Шевченко. Это была трагическая ошибка, которая сразу же была исправлена покойным государем. Шевченко же было высочайше предоставлено право выслуги. И никто не виноват, если он по ленности или отсутствию усердия не воспользовался этим правом. И потом я не понимаю, с каких это пор поляки стали интересоваться судьбами украинцев. Тише, 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 тише. Вы можете не волноваться, господин Кулеш. Вашей судьбой никогда не заинтересуются ни поляки, ни русские. Не смею надеяться их, братья-украинцы. Простите, я имею честь говорить с господином Чернышевским? Да. Чем могу служить? Я пришел говорить с вами об участи поэта Шевченко. Простите, вы Сираковский? Сираковский. Очень, очень рад. Николай Александрович, садитесь. Садитесь, голубчик. Спасибо. Садитесь. Спасибо. Ну, как Тарас Григорьевич? Давно ли вы его видели? Как его здоровье? Постарел? Постарел. Но ссылка не сломила Тараса. Вы не знакомы с Добролюбовым? Знакомьтесь. Нет. А это Сигизмунд Игнатьич. Игнатьич. Сираковский. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ну как Шевченко, здоров ли он? Очень постарел. Но ссылка не сломила его. Да-да, Тарас остался непримиримым. Нравственные силы его не сломлены. И это называется царствование доброго государя. Одного из самых светлых людей России одели в солдатскую шинель, запретили писать и рисовать, и теперь ждут, пока он не погибнет в неизвестности. Мы обязаны вырвать его из солдатчины. Я только что был у Кулеша, но он... Напрасно утруждали себя. Еще покойный Белинский сказал об этом Кулеше. Свинья, которая годна только на сало. Да, но пока только Толстые хлопочут об освобождении Тараса. Это не совсем так. Некрасов говорил с Тургеневым, он обещал помочь. Да-да, но этого мало. Кроме Тургенева и Федора Толстого, надо, чтобы за это дело взялся еще один Толстой. Лев Николаевич, молодой писатель. Поговорите с ним, Добролюбов. Я сегодня же его повидаю. Надо, чтобы освобождением Шевченко занялись все, кто имеет хоть сколько-нибудь влияние в обществе. Это особенно важно, потому что народ знает и любит его. Верит ему. Да, он поэт совершенно народный. Он вышел из народа, жил в народе.
И не только мыслью, но и обстоятельствами жизни своей он кровно и крепко с ним связан. Мне кажется, что для освобождения Шевченко мы должны также всячески содействовать распространению его поэзии. Да, вашу статью, Николай Александрович, о Кобзаре Шевченко я полагаю напечатать в ближайшем же номере. Я думаю также поместить несколько стихотворений Шевченко в приложении к этой статье. Очень правильная мысль. Ну, Тарас, теперь ты будешь освобожден. Катарым сам тенгим сенен дегисин, хайтвай мэнин шин витсин, айвай. Ай, кыздарыл, катарым сам тенгим сенен дегисин, хайтвай мэнин шин витсин, айвай. Тузак курсам вакырды. Ну-ну. Друже, ты должен остаться верен натуре. Откуда здесь дерево? Я очень хочу, чтоб было, как на Украине. А то у нас пески и степь. Плохо. Офицер! Здорово, ребят! Здравствуйте, отцы! А то, брат, сегодня веселый. Веселый, сестричка, веселый. А что за чучело? Чулок. Сиди. Их высокоблагородие к тебе в гости пришел. Ты хозяин, сиди. А, собственно... Что ты здесь делаешь? Как видите, скульптурой занимаюсь. Не имеешь права. Высочайше запрещено. Писать и рисовать запрещено, а лепить... Это все равно. Слышишь, маму, это нечто новое в эстетике. До сих пор скульптура была самостоятельным видом искусства. Ты что, Шпицрутенов захотел? А Скобелев забыл? Тарас Григорьевич, получен приказ. Что с вами, Тарас Григорьевич? Тихо, тихо. Тихо, сердце, тихо. Что с вами? Ничего, ничего. Ничего. Так что в приказе? Свобода, Тарас Григорьевич. Свобода. Или от барабана. Кто этот музыкант? Бог его знает. Кажется, вольноотпущенный. Паганини. Крепостной Паганини. А ты чего на палубе делаешь? То же, что и вы. Слушай. А машина кто? Помощник. Ванька. Нет, Иван Иваныч. А это кто? Смутьян. Его вся Волга знает. И кличка у него соответственная. Разин. И верно, разбойник. А что же вы, голубчик, его не прогоните, если разбойник? Рад бы, Тарас Григорьевич, да руки у него золотые. А машина неумелых рук не любит. Вот и держу. Машина? Да. Это не казачок на сундуке в передней. Его оплеухой не сбросишь. Это похоже на пасть огромного глухоревущего чудовища. Готового проглотить. Кого? Конечно, не вас. И не меня. Великие творцы машин, ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя,
В скором времени пожрет кнуты, короны и престолы. А дипломатами и помещиками только закусит. Побалуется, как школьник леденцом. Мое пророчество несомненно. Ты знаешь, Сигизмунд, как меня обрадовала Москва своим теплым радушием и непритворным сочувствием к моей поэзии. Но желание этой встречи трудно себе представить. Нет-нет, все-таки и меня судьба не обделила счастьем. О какой встрече ты говоришь, батько? Пойдем, Сигизмунд, туда, где бьется сердце всей Руси. К той душе, которая озарила ночь, и будет светить через столетие. Пойдем поклонимся великому человеку. Покажите. Каков? Обязательно попросим его прочитать это стихотворение. Представляю, как зазвучат эти гневные слова в его устах. Такие слова могли родиться в сердце, в котором не огарок коптит, а бушует пламя. Огарком, кажется, Кулиш его назвал. Да, он ненавидит Шевченко. А знаете почему? Потому что Шевченко не только поэт, но и борец. Не только. Главное в том, что теперь сама малороссийская нация пробуждается. Вот этого и боится господин Кулиш. Вот почему он с такой злобой относится к глашату этого пробуждения. Что же вы остановились, Тарас Григорьевич? Так вот вы какой. Сколько ночей я думал о вас. Как помогли вы мне в трудные дни увидеть. Да только ли мне. Многим в России вы помогли увидеть зорю грядущего дня. Вот так-то она со мной теперь, дорогой Николай Гаврилович. И радость сердца не выдерживает. Примите мой поклон. Еще наш Белинский сказал, объединившись навеки с единокровной ей Россией, Украина открыла себе двери цивилизации, науки, искусству. Вместе с Россией Украине принадлежит теперь великое будущее. И это не бесплодная мечта. Мы ощущаем великую силу России. Какие могучие люди выросли. А сколько их еще придет? Тарас Григорьевич, прочтите ваше стихотворение. Вот это. Вы удивлены? Оно гуляет по миру. Его переписывают. Читают. Не жди сподіваної волі, вона заснула. Цар Микола її приспав. А щоб збудить херенну волю, треба миром, громадою у бух сталить. Та добре вигостить сокиру. Да и заходиться уже будет! Очень хорошо. Я говорил вам, Николай Гаврилович. Превосходно. Превосходно, Тарас Григорьевич. Молодежь Петербурга хочет встретиться с вами. Мы обещали им. Николай... Пытливый народ на Руси жаждет слова правды. А кто это читает? Это обличитель жестоких. Редактор журнала «Искра» Курочкин. Курочкин, простите ваши переводы из Беранже! Я вам прочту с
твои переводы другого великого поэта. За горами горы тучами покрыты, засеяны горем, кровью облиты. Спокон века Прометея там орел карает, что ни день долбит он ребра, сердце разбивает. Разбивает, да не выпьет крови животворной. Вновь и вновь смеется сердце, бьет упорно. И душа не гибнет наша, не слабеет воля. Ненасытный не распашет на дне моря поля, не скует души бессмертной, не осилит слово. Возьмите, Тарас Григорьевич, ваши стихи на русском языке. Чем заплачу я вам, други мои искренние? Чем заплачу я добрым русским людям? Они вырвали меня из крепостного рабства, открыли двери в храм науки. А самое главное, я обрел великих друзей, которые помогли мне укрепить веру в силу народную. Даже в самые тяжелые дни моей жизни, в ссылке, я видел вас, друзья мои. Вот почему годы мучений не ранили мое сердце, укрепили в моей душе святую веру в людей, веру в великое будущее многострадальной России и моей обездоленной Украины. Спасибо вам, друзья мои. Спасибо вам, братья мои. Ваше доброе дело никогда не забудет Украина. И никогда не забудут русские люди верного друга в нашей великой борьбе за общее счастье. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом.